встречают журналистов, ведущих белорусских и российских масс-медиа информационным ликбезом. Акцент на сотрудничество со страной-соседкой. В арсенале у красного пищевика вкусные факты. Так гости узнают о широкой географии поставок от Смоленской области до Хабаровского края, открытии 8 фирменных магазинов только в этом году. Ожидания от реализации продукции в Россию 2500 тонн. Вектор на 2025 год заложили минимум открытия 10 торговых объектов. Возможно, сейчас еще на уровне правительств двух стран решается открытие белорусского большого торгового центра, где будут представлены все белорусские производители, не только пищевой промышленности, но и перерабатывающей. Но мы уверенно идем, будем открываться, хотим открываться. За продукт уверенный, продукт качественный. Знаю, старшие братья россияне любят белорусскую продукцию. Сладкий фуршет на столе, классические лакомства и необычные воздушные новинки. Зефир со вкусом клубники и шампанского, латте, карамель с щепоткой соли, плюс новогодние жевательные с ароматом мандарина и марципана. Больше всего мне впечатлило, что здесь, значит, шоколад натуральный. И здесь сохранилась какая-то технология приготовления зефира, которая сейчас в СНГ только здесь есть. Вот я в предвкушении посмотреть, как это выглядит и что это такое. Ну, впечатлило еще количество вкусов и вообще ассортимент. Спасибо большое, что пригласили. Жасмин, акация, фантазия, дуванчик. В цеху ручной глазировки 15 зефирных фей создают лакомый эксклюзив. Каждая за смену творит под 70 кило сладостей. Ощутить себя чудо-мастером выпадает шанс и журналистам. Такая удача, что я нахожусь на самом производстве, и у меня появилась такая уникальная возможность попробовать сделать эти легендарные грибочки самостоятельно. Вот на первый взгляд кажется, что это очень просто. Просто нужно обмакнуть и все. Ну, на самом деле это не так, потому что нужно иметь определенную сноровку, вот как мне показал мастер. И шоколад же очень жидкий, чтобы это все красиво легло, постучать об палочку. Ну, очень такие яркие впечатления. Спасибо большое, что вот нам сегодня такую предоставили уникальную возможность. Буйство вкуса и на конвейере зефира в шоколаде. На готовую картинку уходит 2,5 часа. Ответственная за резвые темпы ускоренная технология. В сутки автоматическая линия выдает до 13 тонн лакомства. Всего сладкая фабрика предлагает свыше 5 десятков разновидностей воздушного десерта. Ну, про красный пищевик я, конечно, знал. Это большая компания, известная еще с советских времен. Интересно оказалось, что про рецептуру шоколада, которую делают, да, здесь до сих пор оригинальную. Впечатлили девушки, которые работают. То есть работа своими руками. Вот нам сказали, что в день 2000 зефирок. Я даже не представляю, что это. То есть как это... Да. Для меня невообразимо. И вширь, и ввысь. Именитая продукция величаво занимает просторы логистического центра. Вместительность 3000 палетомест, а это 800 тонн сладостей. Собирают конструкторы из коробок 2 узкопроходных штабелера. Ежедневно в среднем 60 тонн лакомых товаров отправляются на прилавки магазинов. В фирменной сети Беларуси свыше 135 торговых объектов, где представлена вся продукция красного пищевика. Наслаждаются вкусом отечественных сладостей далеко и за пределами Синеокой. Елизавета Липиева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.